педагоги нашей школы, они всегда готовы на помощь. Если там случается, допустим, пожар у кого-то, да, в городе, мы собираем денежные средства и помогаем семье погорельцев. Если, допустим, мы приносим одежду для своих обучающихся, кому нужна, да, там, бывает что-то такое, что всякое в жизни может у человека случиться. Когда началась эта пандемия и не было масок в городе, мы 1000 масок раздали бесплатно для можгинцев. Мы не должны быть одни, мы должны найти поддержку друг в друге. И вот сейчас эта поддержка нужна нам, поддержка нужна нашей школе. Ну и это развивает моторику, это, конечно же, приносит свои плоды, в том числе и в развитии мыслительной операции. Наши должны были поехать на республиканский конкурс «Город Ижевск». Для них это тоже было такое счастье. Они так ждали этой поездки, поскольку для нас вообще редкость выехать куда-то со своими детьми, потому что это связано все с деньгами, с транспортом. А мы закладывали данные средства на поездку наших детей. Я сейчас хочу обратиться к людям, которые пошли на преступление. Вы обокрали ни одного человека, ни нашего педагога, с расчетного счета, которого вы перевели деньги, а вы обокрали 130 обучающихся коррекционной школы, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.